Звенигород, улица Пролетарская. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков внимательно осматривает объект. Здесь проведена масштабная реконструкция. Заменено дорожное покрытие, обустроены парковочные места и не только. Парламентарий поблагодарил работников за быстрое и качественное выполнение работы. Инспекция продолжается. Следующий объект – трасса А107. Здесь работа тоже кипит. Дмитрий Голубков подчеркивает, важно, чтобы ремонт не мешал местным жителям. В рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование» в микрорайоне «Восточный» проводятся работы по обновлению спортивной площадки. В 2019 году местные жители обратились к парламентарию с просьбой о содействии в реконструкции спортивного объекта. Дмитрий Аркадьевич поддержал идею и заявил данную инициативу на голосование на портале «Добродел». Через 4 недели многофункциональная спортивная площадка будет полностью готова. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».